Добрый день, друзья! Анапа встречает нас цветущими клумбами, распустившимися деревьями. На улице плюс 18. Многие из вас хотели бы приехать в наш город и сами посмотреть все новостройки Анапы. Но мир вносит свои коррективы. Я постараюсь вам максимально полно рассказать и показать все строящиеся объекты. Игорь, нашим зрителям не терпится увидеть квартиры. Да, везде действительно открывается шикарный. Я думаю, такая площадь идеально подойдет для большой семьи. Как это сказывается на коммуналке? Хоть краем глаза посмотреть на эту стройку. Я смотрю, вы уже начали работы по благоустройству. Я предлагаю вам посмотреть наши студии наглядно. В условиях самоизоляции стало возможным приобрести квартиру удаленно. И это одна из компаний, которая проводит такие сделки. Наши партнеры – строительная компания «Каскад». На рынке строительства с 2016 года. Более 4 лет безупречной работы. И главным приоритетом этой компании является использование качественных строительных материалов в использовании строительства домов комфорт-класса. Давайте мы это с вами проверим. Мы с вами в жилом комплексе «Привилегия». Располагается он среди улиц Парковая и Рождественская. Состоит из 4 очередей, 3 из которых уже сданы. А 4-я очередь сдается в 3-м квартале этого года. А теперь коротко о преимуществах этого комплекса. Дома монолитные, облицованы кирпичом. Кирпич на сегодняшний день – это самый востребованный и качественный материал для облицовки в наших климатических условиях. Одной из главных отличительных особенностей этой строительной компании является озеленение территории комплекса. Вы только посмотрите, сколько зелени, цветов и как это аккуратно высажено. В 4-й очереди будет фонтан. Это прекрасное место отдыха. Начата работа по его установке. На территории комплекса предусмотрена зона барбекю для жителей домов. Наличие детских и спортивных площадок, которые освещаются в темное время суток. А теперь мы рассмотрим подробнее сами квартиры. И идем к нашим партнерам строительной компании «Каскад». Друзья, это Игорь, специалист компании «Каскад». Здравствуйте, Марина. Мы давно сотрудничаем с вашей компанией «Неаполь». Рады вас видеть на территории нашего комплекса «Привилегия». Взаимно. Игорь, подскажите, остановилась ли работа в связи с пандемией? Продаете квартиры или нет? Продажи не остановились. Мы осуществляем показ и продажи квартир дистанционно. Даже значительно вырос спрос на оформление ипотечных сделок. По 6,5% годовых уже одобрено немало заявок. Да, действительно, хорошая программа. Игорь, нашим зрителям не терпится увидеть квартиры. Предлагаю, пойдемте посмотрим. Пойдемте. Красивые у вас парадные. Да, хотел обратить внимание, парадные очень красиво сделаны. Здесь идет отделка под камень травертин. Облицовка литового входа, здесь идет плитка под мрамор. Она придает роскошный вид лифтовому холлу. И народное творчество, да? Ну, без него никуда, но не пугайтесь, то есть эта защитная пленка, она в дальнейшем будет убираться. Планировка интереснее? Ну, сложный вопрос, так как все планировки разные, под любые предпочтения клиента и на любой бюджет. Ну, вот, допустим, маленькие квартиры однокомнатные, либо квартиры-студии, они идеально подойдут для людей, которые планируют к нам приехать только на отдых, ну, либо сдавать ее в аренду. Есть у нас однокомнатные квартиры, полноценные с гардеробной. Они у нас площадью от 46,5 квадратов. Они хорошо подойдут для небольшой семьи, которая планирует сюда переезд на постоянное место жительства. Ну, то есть это та квартира, в которой мы сейчас находимся, да? Да. Мне все нравится, этот вид на море. Давайте его покажем. Вот оно море. Да, вид здесь действительно открывается шикарный. Здесь видно всю Анапскую бухту, Витязева, наши песчаные пляжи.
ну и вообще панорама города. Игорь, а есть здесь квартиры для большой семьи, чтобы жить здесь постоянно? Да, в нашем жилом комплексе есть такие планировки. Это двухкомнатные квартиры. Они у нас большие, просторные. От 70 до 72 квадратных метров. Я думаю, такая площадь идеально подойдет для большой семьи. Давайте посмотрим. Давайте. Вот она, та самая квартира мечты. Просторная, светлая. Да, как я говорил ранее, двухкомнатные квартиры у нас большие. Это квартира площадью 72 квадратных метра. Здесь у нас большая полноценная прихожка. Также есть гардеробная, то есть можно разместить дополнительно там вещи. Санузел. Здесь у нас получается просторная кухня с лоджией и две хорошие комнаты. Игорь, а правда ли, что только в вашей компании используется стяжка на полу в санузле? Да, все верно. Мы заливаем стяжку в санузле, так как мы стараемся выполнить максимум отделочных работ и сдать квартиру в лучшем виде для клиента. Ну, это очень удобно. Лоджии мы утепляем, делаем декоративную штукатурку и окрашиваем ее. Выглядит довольно-таки презентабельно. Вот квартира большая, 72 квадратных метра. Как это сказывается на коммуналке? Жилой комплекс «Привилегия» обслуживает управляющая компания «Каскад Сервис». Тариф выходит около 21 рубля за квадратный метр. Это, в принципе, по городу довольно-таки приемлемая цена и зачастую ниже, чем в аналогичных домах. В этот тариф входит обслуживание придомовой территории, детские, спортивные площадки, тренажерный комплекс, лифтовое оборудование. Плата потребленных коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, включая освещение, полив, в дальнейшем функционирование фонтана во дворе, не превышает установленные законодательством нормативы. На своем примере могу сказать, сколько это стоит в рублях. Я проживаю в квартире в однокомнатной, 50 квадратных метров. У нас такие же коммуникации, как и здесь в жилом комплексе «Привилегия», и обслуживает та же управляющая компания. В зимний период, да, самый такой, наверное, дорогой, это январь месяц получается у нас, выходит до 4000 рублей. Вот. В летний период, соответственно, это будет 2500, 2600, 2700, не более. Ну, то есть для Анапы это приемлемо? Да, это довольно-таки хорошая цена. Что сейчас осталось из квартир? Что можно купить? В нашем жилом комплексе квартир осталось очень мало от застройщика. Их осталось всего две квартиры в четвертом литере. Это однокомнатная и двухкомнатная квартира. Но всегда можно приобрести квартиру по уступке прав требования уже от физического лица. То есть такие сделки тоже пользуются у нас популярностью. Там выбор у нас, в принципе, разнообразный. То есть можно от квартир-студий, да, до двухкомнатных полноценных квартир приобрести. Ну, хочу еще обрадовать всех тех, кто находится в поиске квартиры мечты для себя, что сейчас идет активно строительство «Привилегии 2». Игорь, а мы можем хоть краем глаза посмотреть на эту стройку? Да, конечно, почему бы и нет. Вот это масштабы. Да, это наш новый комплекс, жилой комплекс «Привилегия 2». Это продолжение «Привилегии», которые мы уже построили. Жилой комплекс «Привилегия» состоит из двух блоков. Это блок 1, это блок 2. А по этажности блок 1 будет такой же, как и первая «Привилегия», 14-этажный. Этот дом будет немного ниже, он будет 12 этажей. А здесь первые два этажа – это коммерческие площади. Первый этаж у нас планируется под магазины, второй этаж у нас планируется под фитнес-центр. И сдача планируется в конце 2022 года. Да, мы идем по графику, строимся мы, строительство мы не прекращали даже в связи с пандемией. Вот, то есть я думаю, что к этому сроку, даже, наверное, ранее мы закончим. Ну, так как сильный ветер, я так понимаю, нам на стройку сейчас не пройти, да? Ну,
И даже без ветра, то есть строительные работы ведутся, это, конечно, не очень безопасно, ну и плюс, конечно, сегодня с ног сносит. Ну да. Игорь, спасибо вам большое за то, что провели нам такую большую экскурсию по каждому из домов, показали нам много квартир. Была рада сотрудничеству. Мы рады с вами сотрудничать, будем рады вас видеть на нашей площадке вновь. Мы посмотрели квартиры, дворовую территорию. А что же нас ждет за пределами комплекса? Давайте посмотрим. В первой очереди располагается медицинский центр «Альфа», гимназия. Всего в 50 метрах магазин «Магнит» и «Магнит Косметикс». Со стороны улицы Рождественская магазин «Пятерочка». Автобусная остановка всего в 2 минутах ходьбы. Рядом магазин сантехники, гипераптека и товары для детей. По улице Солдатских матерей в 10 минутах пешим шагом находится рынок, который работает ежедневно. А 4-я школа в 800 метрах от комплекса. По той же стороне даже дорогу переходить не нужно. Спросите, до моря далеко? Кто-то вам скажет, минут 20 пешком, а кто-то 5 минут на машине и уже на море. Так вот, до моря 2 километра 600 метров. Пешком удобнее дойти до улицы Гребенская и далее по прямой до центрального пляжа. Как видите, плюсов достаточно много, чтобы оставить свой выбор на этом комплексе. Для жизни он подходит на все 100. Ну а кто желает уединения и тишины, тогда оставайтесь с нами и едем дальше. Вы уже поняли, где мы? Мы еще на одном строительном объекте компании «Каскад». Там, где слышен морской воздух, тишина, видны горы Супсеха, мы на высоком берегу. Вообще, этот район быстро развивающийся. Все дома новые, им не более 5 лет. Рядом продуктовый магазин и автобусная остановка маршрута 114. Это прекрасный 4-этажный комплекс. Используется монолитное строительство с кирпичной отделкой. Большая придомовая территория. При завершении строительства будет такое же озеленение, как и в «Привилегии». В каждом подъезде, несмотря на то, что это малоэтажное строительство, предусмотрены грузопассажирские лифты. Ну что ж, знакомьтесь, это Евгения, менеджер по работе с партнерами строительной компании «Каскад». Добрый день, Марина, рада вас видеть. Ну что ж, пройдемте на территорию комплекса? Пойдемте. Я смотрю, вы уже начали работы по благоустройству коммерческих помещений. Да, работы ведутся ежедневно, выполнено фасадное остекление и установлены внутренние перекрытия. Очень красиво! Евгения, чем же отличается комплекс «Притяжение» от других? Ну, пожалуй, самой основной особенностью является то, что наш комплекс малоэтажный. Это всего 4 этажа. Но, несмотря на это, в комплексе есть лифт. Помимо этого, фасад комплекса предусмотрен таким образом, что имеются ниши под внешние кондиционерные блоки. Ну и нельзя не отметить, конечно же, высоту потолков в квартирах и планировки. Ведь планировки у нас идут от студий до больших однокомнатных. Ну вот все говорят, студия – это очень мало места. Я предлагаю вам посмотреть наши студии наглядно. Пойдемте. Сейчас мы находимся в квартире студии площадью 39 квадратных метров. Эта студия очень большая. Площадь данной комнаты порядка 25 квадратов. Ну да, при желании здесь даже ее можно разграничить, отделить зону кухни от зоны спальни. Ведь это площадь практически однокомнатной квартиры. Да, все верно. Ну и как видим, здесь оштукатурены стены, выполнена стяжка на полу. Отопление здесь центральное. Будут установлены приборы учета тепла, холодной, горячей воды. Ну, собственно, все для жизни, что нужно. Евгения, подскажите, а что еще отличает этот комплекс от других? Остекление. Вот это простор. Сразу чувствуется и высота потолков, и площадь комнаты. А вид какой прекрасный.
Да, и к слову об остеклении. В ряде квартир мы используем панорамное остекление с зеркальным напылением. А что оно нам дает? Основные преимущества. Меньше попадания ультрафиолета. Соответственно, мы видим с квартиры все, что происходит на улицу, но проходящие мимо не видят все, что происходит в квартире. Ну и самый главный плюс – это меньше выгорает мебель. Здорово! В таком пространстве можно оборудовать и кабинет. Да, все верно вы говорите, ведь лоджии мы утепляем и отделываем уже сразу под поклейку обоев. Вы можете любоваться и видом, и работать. Угу. Ну, я думаю, каждый для себя в этом комплексе найдет квартиру своей мечты, ведь выбор большой. Спасибо, Евгения, что в такое время, в самоизоляцию, провели для нас большую экскурсию, помогли показать зрителям все о комплексе, ближе узнать и планировки, и особенности этого комплекса. Благодарим вас. Спасибо вам. Всего доброго. Сегодня мы посмотрели абсолютно разные комплексы, и каждый хорош по-своему. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях и ставьте лайк. Ах да, а это те самые 800 ступеней к морю, которые находятся всего в километре от комплекса. E ho trovato l'invaso, o partigiano.